Правящая партия «Нур Отан» – «Свет Отечества» лидирует на всеобщих выборах в Казахстане. По данным экзит-пола, она набирает 72% голосов. Лидер «Нур Отан», первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, уже поздравил однопартийцев с победой. В Мажилис, нижнюю палату парламента республики, могут пройти также Народная партия Казахстана, более 9,5% голосов, и партия «Ак-Жол» – «Светлый путь», получившая более 10%. У Народно-демократической патриотической партии «АУЛ» – около 5% голосов, а у партии «Адал» – чуть больше 3%. Для прохождения в Мажилис политическим силам необходимо было преодолеть 7-процентный барьер. В выборах приняли участие 5 из 6 зарегистрированных в стране политических сил. Единственная оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия голосование бойкотировала. Явка превысила 58%. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что воскресное голосование должно стать шагом вперед в развитии демократии в стране. Но выборы ознаменовались задержанием десятков активистов оппозиции. Во многих казахских городах прошли акции протеста. Общественный порядок охраняли около 40 тысяч полицейских.